Я говорил вам, что говорил. Дальше. Вы думали, что... Святейшим патриархе Кирилле и о господине высокопречайшем митрополите Германе и о господине нашем пресвитерепископе Елисее и о всей во Христе братии наши. Господи, помилуй. О Богохранимой стране нашей России, святи воинстве и я Господу помолимся. О граде всем, всяком граде стране и верою живущей, знаменитим Святаго Духа Господу помолимся. А еже снисходительно водит и сия очистительную присущной Троице действу Господу помолимся. А еже дароватися им благодати, избавление, благословение Иорданову, силою и действием на этим Святаго Духа Господу помолимся. А еже быть и воде сей скачущей в жизнь вечную Господу помолимся. А еже явитеся сей отгнание всякого угнавета видимых и невидимых враг, Господу помилуй, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми, помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Троическое явися поклонение, родители, у нас свидетельствовавши тебе, возлюбленного Тя Сына имя. А мы по нужде покрестились, помолились. Сюда должны быть.
Скажите, каждый год ли вы посещаете это мероприятие? Да, 2 года купался, 1 год в армии, сейчас опять купаться. Вот, а что это вам дает? Может быть, какой-то духовный подъем? Может быть, вы чувствуете себя ближе к религии как-то? Либо это для вас просто хорошая традиция? Традиция хорошая. Себя, как это сказать, не знаю. А вот на здоровье как у вас это сказывается? Помогает ли это вам? Да, не болеешь. Вообще не болею. То есть иногда и только. То есть закалка, да, для вас. Вот. Глянь на поле.